можно и на автомобиле поехать. Как говорится в одной старой советской кинокомедии, ты только не обижайся, я тебе один умную вещь скажу. Что значит, попридержите коней. Прежде чем отправиться в автопутешествие, нужно хорошо спланировать маршрут и подготовить автомобиль. Этим мы сейчас и займемся. О нет, я уже ничего не боюсь. У меня в дороге и генератор ломался, и приходилось ремни менять, и предохранители. Так что первым делом мы поедем на СТО и все проверим. Нейтралка без ручника. Ну у вас ремень чуть-чуть слабоватый. Подтянуть немножко нужен будет. Также осматриваем сверху на утечки масла, а также антифриза. Чаще всего бежит сзади. У вас здесь все сухо. Что чаще всего ломается в дороге? Трудно сказать, но в основном бывает связано с ходовкой. Это ступичные подшипники, отказывают тормоза. Может что-то с топливной системой произойти. Здесь смотрим на предмет утечки масла тоже. Кстати, здесь есть небольшая утечка масла. Визуальный осмотр пыльников шаровых опор, пыльников приводов, стоек, редуктор. Заменить сальник заднего хвостовика редуктора, он потому что подтекает и подтекает очень сильно. Потом сальник внутреннего привода левого, он тоже подтекает. И также заменить рулевые наконечники, вернее, рулевую трапецию в сборе. А куда вы собираетесь, кстати, поехать? Поеду на Полярный Урал, сначала до Надыма, потом в Салехард, с Салехарда уже в Харп. В общем, вот проеду 700 километров. Отправляясь в дорогу, проверьте аварийный комплект. У вас обязательно должна быть аптечка. Она у меня есть. Смотрим. Также у вас обязательно должен быть знак аварийной остановки и жилет. И еще огнетушитель, на всякий случай. Также пусковые провода, но у меня их нет, у меня есть запасной аккумулятор. К нему крабики, что тоже подойдет. А еще в машине должен быть трос на случай, если вам понадобится помощь или кому-нибудь другому. Также обязательно должен быть компрессор, базовый набор ключей и домкрат. Ремкомплекта у меня тоже нет, но есть запасное колесо. И надеюсь, оно мне не пригодится. Помним о расходниках, об антифризе, о моторном масле. Я еще взяла запасные ремни для генератора и канистры для бензина. А при малейшей усталости госавтоинспекция рекомендует останавливаться на отдых. И тут я с ними соглашусь. Лучше ехать дольше, но увереннее, чем гнать и приехать как выжатый лимон.